Саженцы рябины, плодовые десертные мичурина, сорбос десертные мичарина, дадут хороший урожай сладкой ягоды, сорт гибрид рябины и мушмулы. Максимальная высота взрослого растения 2,5-3 метра. Крона густая, раскидистая. Листья летом зеленые, осенью желтые с оранжевым оттенком. Цветет рябина в конце мая-июня. Плоды крупные, темно-красные, практически без горечи. Подходит как для употребления в свежем виде, так и для заморозки и консервирования. Сажать деревья лучше на светлых участках, без близкого прохождения грунтовых вод. В начале весны требуется санитарная обрезка сухих ветвей. Рябина плодовая десертная мичурина – это дерево высотой 250-300 см. Рябина плодовая десертная мичурина имеет средний срок созревания. Масса грозди достигает 1,2–1,6 грамм. Важно, что рябина плодовая десертная мичурина самоопыляемый, обои полый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.